представься. Да, привет, ну Сережа, да. Готов к батлу? Ну да, конечно. А текст выучил? Ну так, средненько. Флипать будешь? Ну конечно, нахуй, да. Ну так же круто, как на прошлом? Ну мне нет. Разучился? Да, конечно. Как тебе оппонент твой? Оппонент, ну блин, у них там два брата, их путаю, вот хуй знает. Ты доволен, кого, что мы тебе именно этого брата дали, а не другого? Ну, блядь, он мне пизды не даст, так что хорошо. Заебись. Кого хочешь в оппонента, если пройдешь дальше? Ну, блядь, никого не хочу. Ну, а не, если батлить, то, в принципе, ну, за братаносство биться сока было бы неплохо. Ну, нормально, возможно, учтем, а возможно, не учтем. Ну, удачи да, тебе. Давай. Здорово, представься. Кай. Заебись. Все? Все. Как тебе оппонент? Нормально. Если пройдешь дальше, кого хочешь? Хочу. Хочу. То есть брата твоего? Хочу. Ну, Женька, я понял. Ну, нормальная тема. Ладно, надеюсь, все-таки ты не пройдешь дальше. Спасибо тебе большое. Эй, йоу, Питер, всем шараут, самый народный батл вещает, это батл Олимпы, дайте шума! Все, теперь можно точно представить судьи. Никита Король, лирик, рэпер, клевый чел, дайте ему шума. Илья Итог, пожилой человек, из уважения дайте ему шума. Я не пожилой человек, но мне шума тоже можно дать. Спасибо. МС справа, назови себя. Санкт-Петербург, Калининский район, проспект Мечникова, Филадельфия, пожалуйста, Ирландия. А чё так шума мало? Лучше слева. С вами Кай, этот чувак зазнался, я понижу его планку. Если он затронет петли моих родителей, я зафристайлю его мамку. Ладно, ну, есть договоренность на чём? Нет. Нормально. Ну, МС справа, рвайтесь, первый лимп шума! Вникай мои слова в упор, ты клоун, ирландец на батле, бил без гондона, стоп, ошибка, погоди, в соло гондона играешь тут ты, как заебали меня до темы, который скроет по себе все, лишь бы не надрали им жопы, ты у нас шпион, паришь свою казахскую харю, на фишку простёк и забыть тебя, Матахари, и ты у нас представитель спорта, на прошлом батле только кукарекал, сош на нож, но живот, и это твое харакири. Я жесткий вавилонский башни и башни, я ебал твой туник и зову тебя Миша Маваши. Но пораскинув мозгами, раскинув все шлюк, я раскусил твой удивительный трюк. Ты мог бы оставить про себя все в тайне, если было бы что скрывать твои достижения, можно раскрыть ванне, 6 секунд провал, блять. Анимешник, это батловая запись смерти, тетрадь, предмет. Мой батловик аниме, твой алфавит, и как бы не было бы нам тебя подъебать за это, но как быть иначе? Не хочу, не буду, ты играешь с няшками, моя игрушка кукла Вуду. Мой патч летит как раз инган, кину вертуху, как Адыр Фрамзан, вникай слова, вникай, кай, твое аниме превратится в хентай. Для меня манга, сука, круг, для тебя манга, пидор, книга, для меня букер, петух, для тебя букер, барыга, больше ничем, пустотой, у тебя пустая харизма, ты у нас Сейлор Мун, тебе летит лунная призма, дай мне силы на свай, твой на свай у меня под залупой, жизнь боль, когда на свай не за щекой. Я знаю, что ты полил мои посты, я знаю, что ты полил мои батлы, сука. Ты сядь, попробуй меня подъеби. Это мои про... это мои зашквары, мои проебанные катки. Мужик не тот упадал, то вставал, твои позиции шатки. И шапка, послушай. Еще шума. Шапка, послушай сюда. Да, я проебывал. Бля, еще шума. Шапка, послушай, да я проебывал, но не пел на батлах. Индус, блядь, твой саундтрек, салам, намасте. Харе Кришну Бог, ну как и ты, он пошел по пизде. Да, я обосрался, не ошибаясь, тот, кто ничего не делает. Да, я доказал всем, что могу зашквариться. И ты, блядь, петух, боевые боны не стойдут тебе с рук. Ты обосрался, но перед этим перданул. Ты такой оригинальный, подъеби меня еще за мою бороду. Но мне похуй, не бери в голову. Сегодня в конюшне выходной, и ты умрешь с голоду. Еще не смей шутить про то, что ебал мою бабу. Ты у нас не русский, она у меня правая. Шути, что ты хочешь, про квадраты, про бородатые хуи, про кальяны, про моих оппонентов, про батлы мои. Но не мой, а твой флот подбит. Это не я, а ты не попадаешь под бит. Это не мой мозг, а твой вмещает 1 килобит. Это не ты, а это не я, а ты был на этом батле убит и разбит. И напоследок хочу сказать, каким бы я ни был МС, я всегда был мужиком, а мне похуй, что ты не скажешь. Но народ мне плохого слова не скажет. Ура! МС слева, Кай, ответочка, дайте шум! Он сказал,
сказал, что он курит на своей залупе, блядь. Что с тобой не так? Я подойду к тебе и засуну тебе в рот мой узбекский большой котак. Я титанчик. Мувьё парень, уже парень, звуки дарит, шум тут камер, шуты нарик, ты в финале, шутка камень, дизунарик, наши варя, вспышки в зале, выживание ваши пламенный чарами, хоп и ранит, ничего, тем чате парень. Вот это ты загнул своим ростом переросток. Я смотрю вверх, кричу «Алло!», но до него доходит поздно. Придержите анекдоты при себе, когда этот уёбок близко. Ведь до него они доходят, как в Зверополисе, до ленивца. Ты рыжий, бородатый, ты как одичалый из «Игры престолов». Я знаю, кто тебя яро трахнет. Конечно же, Джон Сноу. Батл — это игра на выживание. Здесь нет этикета, здесь не кланяться. Если ты зовешь себя моим отцом, я убью тебя, как Тирион Ланнистер. Вау! Вытерну волосок из твоей бороды и загадаю желание, чтобы твоя мамка уделяла тебе побольше внимания. Второе мое желание... Второе мое желание — пора засовывать во рты затычки друзьям твоим, что за спиной кричат, как мартышки. Реально, они заебали. Не смешная шутка — они. Убогий панч — они. Выкрикивают из-за спины всякую хуйню. Тут лишь две теории. Либо они дауны, либо у них просто низкий IQ. Коль у вас катаракта, и вы не в силах узреть очевидное, я покажу вам, как это выглядит. Я буду ирландцем, они теми самыми индивидами. Блядь, сейчас за флипу. Твоя мамаша не Маша, но я ебал твою мамашу! Зовут тебя мама, у тебя такое же большое очко, как у Дима Билана. Вырву тебе кишки, дам пирожки, там будут мешки и лошки. Ебать лошки! Я Сергей, ты гей, еврей, блядей, хорей, а я ирландец! Третье мое желание, мысль, от которой меня бросает в тлен. Чтобы я пришел на батл, и там был мой ебаный оппонент. Реально, пару попался двухметровый ебак, один уже слился. Ведь ты ебаный инвалид, зовут тебя Дейс Вилсон. Окей, хорошо, я понимаю. Батл есть батл. Ну нахуя этот рыжий ублюдок убил дедушку лопатой? Потом пошел к своей бабке и сказал, что дед споткнулся и упал. А дед сказал, блядь, ну ты и долбоёб, ведь свой дед воевал. Спасибо деду за победу, кричал на гору народ. Пока его... Спасибо деду за победу, кричал гору народ. Пока этот уебан не зашел к нему в огород. Бабка кричала, Акаки! Враг у ворот! Но рефлексы у деда не те, не помог ему его короны у ворот. Но он умер достойно, а ты тогда стал подлецом. Он смотрел убийце в лицо и снес ему одно яйцо. Я разорву тебя на части, раскидаю по всем сторонам света. Ирландец, съебался, батла, моя песенка спета. Нормально. Что, ну надо говорить, когда заканчивается. Не понимаю. Ирландец, второй лимп, шум! Слышь ты, блядь, чё, ебан, что здесь забыл, тебя никто не ждал. А что ты ожидал, ебаный Чингисхан, сегодня, блядь, ладно, похуй по-другому. Поддерживай. Как на прошлом батле твой барат, используя жесты, я забатлю не оппонента, а пустое место. Кай настолько говно, что на его жопе не растут баребухи, потому что такое говно, что он растет на баребухах. Нормально. Саша ублюдок, как гадюка, опасен. Его замысел, как солнце ясен, хочет забраться наверх на Олимп и при этом на голове сохранить свой лимп. Не там дальше будет. Рано. А какой же там оральный МС, если всем лежишь жопы? Ты проедешь по всем остановкам города Лип, но тебе это не поможет. И все равно тут нихуя, блядь. Че, он всегда на пост? Потому что я забыл. Ребят, простите. Все, да, пошло, полетело. Совсем бац, да. И
И все равно нихуя не добьешься, как Каджак Калиб, как бес МС. Жалости, если под румерами стил, но не будет толком мой текст, как на полке, как книга, и ты только бесишь, что ты нига. Барыга тебя увидит, будет смеяться, из пальца стрелять тебя обучать надо, и мажешь даже воздух своими панчами, но бежать уже поздно, пошел второй раунд. И скажу тебе прямо, как человек, ты полон кала, но не в желудке, а в характере, ведь ты привык держать все свое в себе, ты достаток внимания. Ты как урок прешь и ищешь славу, но ее ты не добьешься. Моя каждая строчка боль, ведь режу живой, но скоро ты сдохнешь, ведь даже терпеть ты не умеешь. Я твой полковник, ты мой подчиненный, ведь мне никто не пишет от тебе команду вольно. Я скажу, и ты как паспорту, без паспорта на границе Перу будешь бегать от меня, как по Перу, смеясь сам над собой. Ты лох по Перу, ты видишь панч, как проходимец босой. Сегодня ты маленький Айзек, а это самая смерть с косой. Ты не мужик, а всего лишь и мальчик, и то по гендерным признакам. Ты перепутал, протол тебе не чтоб стать профи, посоветовал лечиться клизмой. Шом, а что? Ваша Такаши покажет, как викинг должен довести врага до параши ногами, как по харукам, раками. Блять, рекламный телефон, сука, все сбивается. Блять, и похуй на тайминг, я ебу тебя жестким раймом. Хуй, будто указкой тебе полоскаю порыло, а после шерстяными носками твоей суки вагину. Топчу, будто Пикачу, хочу тебя отдать на отъеб. Придешь в дом со слезами, мам, я порыем. Она скажет, сынок, все нормально, гондон. Ты спросишь, за что? Она в ответ, ты к папу пошел. От меня еще нахуй, будто вода из взорванной дамбы. Я тебе сказал все и думаю, что это мой раунд, блять. Ребята, вот показалось, что он задел моих родителей. Так, ну встань. Кристо Абрамала. Второй, Лим Кай Шуман. Теперь можешь говорить. Мне показалось, или он задел моих родителей? Нет, я не показал. Стой. Отца задел, да? Покажи. Окей, хорошо. Ты высокий, куришь кальян, всякие плюхи. Но если бэтл это игра в Dota 2, я проигрок, а ты же сын шлюхи. Dota 2. Эйо. Его второй раунд был такой. А чё, блядь, ебал хуя, блядь, чё такой ебанутый телефон, блядь. Ебанутый, блядь, какой-то, блядь, ебанутый телефон. Всё, раунд, всё, блядь, я зачитал, нахуй. Второй раунд, его. Вот, теперь моё. Окей. Так, если сбрить тебе бороду, то ты будешь выглядеть как 13-летний подросток. Ты досацивал свою сиську за своим старшим братом, ты малолетний обсосок. Пока не поздно, бай, отсюда ты будешь коза носа, я буду монстром. Мне нужен новый оппонент, а то это тоже боссом. Бойся, мои слова летят тебя таким потоком грозно. Ложно, твоя надежда на победу, и теперь ты даешь воском. На прошлом батле я присутствовал. Я присутствовал на его прошлом батле. В тот момент я думал, что за хуйню ты несешь? Пришел домой, пересмотрел твой батл на видео. Блять, что за хуйню ты несешь? По его словам, он чумачечий, он педик. Но гомики не хотят с ним спать. Знаете почему? Потому что он настолько чумачечий, что геи боятся подцепить от него чуму. Не волнуйтесь, пидорасы, вы сможете изнасиловать его тело. Бездыханное, сожженное, дохлое. Я излечу тебя сожжением. Я буду здесь чумным доктором. На прошлом батле он пиздел оппоненту, что вырвет его кишки, завяжет их в морской узел, возьмет там какую-то хуйню, сделает все по сути. Хуйня, писал, не пизди. Ты не то что, блять, морской узел не завяжешь. Ты не завяжешь даже собственные шнурки. Маме спасибо. Ты не завяжешь даже собственные шнурки. Окей, учителя тебя в школе ненавидели, потому что ты был бесстыжий. Этому еблану поставили двойку, ирландец выкрикивает: это все потому, что я рыжий! Бау! Окей, твоя мама тебя не любит, твои мартышки дома вечно шумят. Она хотела себе нормального сына, а родилась вот эта двухлитровая рыжая хуйня. Соседи в доме тебя недолюбивают, называют тебя рыжий двухлитровый лох. Ведь каждый день этот долбоеб разбивает лампочку в подъезде, ударившись еблом от потолок. У тебя борода, ты ведь заросший.
Думаешь, это брутально, но это нихуя не так. Кричат дети, смотри, обезьяна, ты чем не упартен, придя в зоопарк? Окей. Сейчас я воды попью. Шума пока! Окей. На самом же деле, этот бородатый одичалый видит много извращенных снов. Запирается в душе и телебонькает свой анус, крича от оргазма «Джон Сноу!» Ну, кто видел «Игру престолов», все поймут. Окей. Меня зовут Сашка. Тёлки... Окей. Ну, неожиданно. Меня зовут Сашка. Тёлки называют меня Милашка. Но лучше быть Милашкой, чем Сергеем Геем. Ой, Сашка сейчас тоже. Ты любишь чай с сахаром? Ты любишь, когда сладко, но девушки не любят бородатых парней. Они любят, когда на лице гладко. И не только на лице. Да, я тут не местный. Если вы не верите, могу и покажу паспорт вам. Но ты 40-летний девственник, как Анатолий Вассерман. Но над написанием текста ты сидел круглые сутки, но тебя не спасут твои бородатые шутки. Окей. Сейчас, секунду, блядь, попью опять водички. Шума! Ты настолько тупой, что ты путаешь перечницу с сольницей. Этот 40-летний девственник гуляет с еврейской шольницей! Итак. Парень без... А, кстати, все, концовка нахуй. Парень! Без переднего хвоста ты. Я тебе засуну два пальца и сделаю массаж простаты. Потому что я Сашка. Тёлки называют меня Милашка. Но лучше быть Милашкой, чем Сергеем Геем. Бля, нормально, пиздец. Я расплакался, честно. Да я вообще. Ну... Никита Каро там, пошумите. На самом деле, этот батл чем-то интересен, но в то же время, опять, как и прошлые были батлы, была монотонность. Даже не то, что ты читал с телефона, там, вот это все. Есть такой именно тон у тебя задан, что хочется честно засыпать, что вот рифмы уже начинают плыть вот так вот. И твой оппонент делал красочнее. Вот бери пример с него. И победу сегодня одерживает Кай. С моей стороны. Илья. Илья. Кай, конечно. Что сделал здесь целый спектакль? Столько жестов. Ну, присоединюсь к Никите. Да, было монотонно. Немножко скучновато. Ну, только я было весело, прикольненько. Отдаю голос Скаю. Не даю обсудить. Ладно. Ну, с телефоном мы всех предупреждали заранее. Вот прерывать не стали, потому что я тебя слушал, мне было реально интересно. Но все-таки телефон — это очень удобный минус. И так это понимают ребята очень долго. Я понимаю, что мы тайминг отменили, но нахрен. Обратно лучше вести, короче, блядь. Ну, я считаю, что здесь победа 3-0. Если бы не было телефона, не было бы победы 3-0. Но так, 3-0 победил. Кай!